Уважаемая наша сегодняшняя аудитория, я хотела бы поприветствовать вас от имени отдела культуры Нарвской городской управы и нашим дорогим выпускникам, медалистам, пожелать осуществления самых смелых ваших желаний, достижения самых высоких целей. Успехов вам и, конечно же, самые теплые слова вашим родителям, близким, родственникам, которые вас поддерживали. Это, конечно же, несомненно, и ваша победа, и ваш успех. А самые теплые слова благодарности нашим гостям за их внимание и поддержку. Конечно же, господину мэру, который поддерживает это мероприятие и сохраняет эту традицию. И мои самые теплые слова нашим руководителям школ. Несмотря на такое трудное время, экономически нестабильное время политических и реформ, в том числе в образовании, вы держите правильный курс. Вы держите его, несмотря ни на что, вы держите его успешно. И наши вам слова благодарности за и ваш сегодняшний успех. Радость учить вас, сотрудничать с вами. Спасибо вам.